Вопросы. Первое, я согласен с вами, значит, что боновая приватизация это была действительно афера. Величать. И это была афера, значит, скажем так, которая помогала на протяжении многих лет политикам решать свои вопросы, создав из фондов такой громоотвод. Угу. Но мало того, что это был громоотвод, так это еще были мишени.